будут стрелковые, чем это снарядами. Ну. Так. Так, Саби. Че, я тебе сказал. На стандартное оружие. Нет, стандарты я не буду выбирать. Обычный не получится. Ну, скаутер же будет бегать, здоровый. Так, а вот это мини-критов с нами посмотреть надо. Баф-баннер у меня даже не прокачанный. Надо прокачивать хотя бы на 25%. Я постараюсь. А теперь ты, Ника. Ника, что у тебя за постройка у тебя в руках? Пойдем за мной. Раздатчик. Положи раздатчик. Поставь раздатчик сюда. Ну ладно, блядь. Давай. Боже, что с моим FPS? Ну-ка, слушай, сейчас. Ладно. А почему ты используешь обычный шприцемет? А, смотри, у меня он со злом молоко. Если я далеко, а у вас враги это близко, я их обливаю злом молоко и вам довольно. Лучше бы кровопийца на всякий случай взял, если будет там мало тебе хп. Ну я так делал, но жевал. Ну, конечно, дает малое сопротивление, ну, дает малая регенерация. У меня охеренный пицца. Мне регенерация больше всего нужна. Так, а теперь вы все, кроме Ника, все ближе к раздатчику, вам все равно придется к раздатчику идти. То есть как это, если мы поставим по раздатчикам, то... А вот смотри. Саб-Зир, иди сюда. Вот когда у тебя патрошки нет, ты видишь раздатчик, подходишь к нему, перезаряжаешься и стреляешь. А ничего, если у меня под рукой эквализатор? Это? Ну да. Но все равно у тебя это смена оружия будет. Слабее. 50 секунд. Ну, с другой стороны, зато это дополнительный урон, когда мало хп. Если были игроки с рукопашным боем, тогда бы ты сделал. А когда они это стрелковые или со снарядом, тебе хана все равно будет. Ну, зато нет, у меня, конечно, мини-криты. У меня же нет, конечно, плана эвакуации. Так, когда вот у тебя будет шкала ярости накопится, ты только на гигантов атакуй или на бомбу, которая несущая бомбу. Она тупо откидывает. Она тупо это замолчил. Ну, надеюсь. Все, идет гигант. О, нет, мой первый враг всегда убивает. Уходись от него мячиков. Все, первый раз получилось, все пока. Спасибо, доктор. Блять. Похавать дадите или нет? Ай, дай. Люди, не забывайте деньги подбирать, это главное. Это не главное. Деньги вообще-то главное, потому что мы можем их улучшить-то. Если мы все получим. Надо было все-таки. Но если мы все будем подбирать деньги, то мы получим дополнительные деньги. Ну, дополнительную зарплату за каждый. Я не могу быстро помочь патроны, я очень медленно хожу с этой раскруткой. Я знаю, надо потом это... Твою мать, сука, это... Нафига план эвакуации, Friend Soldier? Я взял горящие рукой, это скорее, чтобы быстро бегать. Ну, криты можно получить, если ты по драконе несешь ее. Вот это не... Короче, у меня есть ярость, нужно тебе разобрать, какую она кнопку. Вова, сейчас возьми сталкивай. Сентри Бастер, я возьму на себя, стараюсь. Во, я нашел какая кнопка, средняя кнопка мыши. Я могу, в принципе, ее заставить бомбануть. О, она даже не знает, как это добраться. Так, Пир, так, идут. Тихо. Цельсис медиков, чтобы не получить дополнительно. Ну лиши меня! Давай. Медиков, Цельсис. Нет, Пирыч, сука. Да, бля, серьезно. О, эй, два. О, готов. Снайперы, люди, снайперы наверху. Охотничьи луком снайперы. А люди врубили. Жди, пока медики не стоят. Сколько можно снайперы? Все, криты мне должно быть большое преимущество иметь. Черт, не могу видеть. Я тоже ничего не вижу, я дым один. Так, Ника, вот ты где? Да. Все. Блин, а шо, короче, полная жопа. Люди, деньги, скорее. Я заряд врубил, короче. Точку сейчас будет захватывать. Ой, блядь. Взял и профукал, он вообще пиздец. О нет. Пошел он! Вон иди! Блин! Я бабусю соберу. Скорее убивайте, у них пока небольшое сапнутое весе. Ну. Блин. Да, они вообще. Ой, деньги, я забыл за деньгами. А я немножко тут денежку пособирала. Я сам пока соберу. Ай, два, готов. Так, Ника, переноси постройки быстро. Куда? На вторую, на точку А. Где там захватили? Да. О, большой скаут к нам идет опять. Лучники, мне хана. О, нет. Я им накидаю, не боюсь. Они нельзя. Наносишь такого расстояния. Нормально.
Нормально. Вот. Я ставить. О, одна хпшка, это капец какой хардкор. Я успела почти все. О, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Захватываю. Это нормально. А, нет, больше не захватывает. Больше не захватывает, блин. Не надо. Дай мне быстренько. Блядь, иди в жопу. Сука. Блин, ну нафига было? Блин. Блин, твой я... О боже, давайте поменяемся местами. Давайте я медик. Я за спа попробую поиграю. Я за инженера. Я, блядь, не могу, это ну, просто пиздец. За или нет? Давайте норму. Я первый раз хочу пойти. Хорошо, 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 я принимаю. Это имитация смерти, а тебе надо скорость, чтобы догнать их. Ну, слово дает дополнительную скорость при ударе любом. Да вырубите готовность. Она так, Ника. Доктор, пожалуйста, подбирай хотя бы. Я вообще хаваю. Хотя бы много денег. А Ник у меня просто в стороне. Похоже, что кто-то забыл липучка без критов. Ну надо было хотя бы вовремя, а не до начала старта. Со своей шутки уже достало почти. Не, а что? Я вот думаю, может все-таки так назовем сына. А ты не достала, потому что о, кайф. Просто капец. А, забыл, я же это... Блин, я здесь, все, я ФК. Да ну, о, блин. Повезло, блин. А чё не используешь? А чё не используешь обычный обрез? Не, это как бы сказать. Это... Ну, я чё... успел. Ну обрез это ничего могу сказать. Это эффективен для этого. Для. Черт, я для прыгивания. Поставить, но... Ну, короче, для обхода. Плюс в какие места надо это на... подниматься. А, ну да. А, там же есть такая платформа. Блять, ну тупим. Ёб твою. Да это пока ничего, это нормально, пока не точку захватили. Давай-ка переедем с тобой наверх. Окей, у нас спокойно есть небольшое преимущество. Так, где 5 там, долларов? Вон! Где-то на точке А, на точке А. Точке А. Подобрали. Год. А, вон последний какой. Все, так добил. Все, чисто. Окей. Все, пока недолго мы расслабимся. Паровозик идет. Так, пошли отсюда раздатчик. Блин. Ребят, там бомба идет, как бы. О, кайф, теперь нам придется с точки А идти. Ребят, ну реально тут это две тут бомбы носители. Вот он, блин. Тут две бомбы теперь. Все, я посижу на точке А. О, Дима рыцарь идет. И начинается та... Готов. И начинается история, как на строке. Пошел отсюда. Готов, все. Блять, иди в жопу. Ник, ну аккуратнее со своим визом. Да. Осталось всего 9 ботов до конца раунда. Но я же Ника, блять. Да прошу, следи за языком, прошу. А что? Деньги. А что, нельзя? Да. В смысле? Деньги, не забывайте, это наша вещь. О, у нас... Окей, у нас остался последний гигант. У нас остался гигант последний. Да, готовьтесь. Все, я буду усапать спину. О, нет, только не поддержка. Все, только не трогайте. А у него 3800 хп. Все, давай. Окей, я успел тогда бэкстабить его. А, блин. О, гуд. Я немного учусь летать, подумайте. Ну вот. Так, я не надолго так прокачу скорость шпиона. Все, хотя мне скорость должна добавить небольшое преимущество для этих гигантов. А Мамика говорит, что он поиграет надолго за Демом. А, стоп. Чем Демо-рыцарь нам нужен, а? Стоп. А где Френд Солдер? А у меня опять проблема насчет того, что я криво с репорта. Вместо входа оставлю выход. Сначала обнули все. О, господи. Слышь, Мигас. Да. Чем еще прокачать на 1000? Так, а там ярость на одну, потому что там бегущий скаут. Даун. Сопротивление к взрывам, пулям и огню на 1 единицу. У меня сопротивление взрыву уже полностью. О, серьезно, мы даже не начали почти. У меня на одну. Да куда ты убежал? У меня еще куча денег. Кто поставил F4? Догадайся. Это Даркман. Это Даркман. Забаним его в следующий раз. Кикнем. А, жесть! Вот он... Короче, все, я сам тебе распоряжаюсь своими. О, гигант мой, я беру на себя так.
Вот это Окиган. Блять, сказал он. Так, скрит. Знаешь, как это взять он будет? Да. А зачем сопротивление огню? Тут же фаерсов нету. Ух, твою мать, это маманы? Ну есть там. Гранаты летят. Все, я не успел. Пилс хир. Ай-яй-яй, блядь. У нас демо-рыцарь, у нас демо-рыцарь. Зачем нам демо-рыцарь? Эрик Веден у нас демо-рыцарь. Нифига вам демо-кнайт, а? Пиздец, он просто там такой капец устроил. Ну, бло. Да я представляю. Security alert, блин. Кто-нибудь сможет меня пригласить? Ну, я могу, ну... У нас место заняли почти. Почти или заняли? Уже заняли. Хе, не помаюсь. О, а нормально вообще, я даже не могу бэкстабить. У меня патроны так быстро кончаются, просто нереально. Ну куда ты раздатчик забрал? Я даже не знаю, почему у нас демо-рыцарь играет. А он захотел, блин, за демо поиграть. Да ну блуд, не успел. Вот почему шапка иногда дает значение. О, кайф, к нам идет. Снайпер. Ой, да ну на. Я здесь посижу. Блин. Я думал, мне телепорт ставить не надо. Поторопилась. О, блин. Гага еще рано. Мне вообще зашибись, ребята. У меня даже регенерации никакой нет. Меня хилит. Понятно, что. А ну стоять. Готов, все. Пока не надо только. Поймал. Это все, это будет сюрприз, прощай! О, окей. Опять ее криво ставлю, твою мать. О, здорово, скал. Тихо. Ребят, короче, дальше сами. Все очень хреново. Все, готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, гигантик. Три гиганта у нас. Три. А, блин. Корочку без меня разбилась. Ай, Турей, не надо. Мне и так-то промало. Пощади меня, Турей. Вы что, все сдохли или что? Деньги подбирайте, пожалуйста, люди. Не забывайте. Стойте на точке Б. Блять! А почему у меня денег вообще ноль? Да, как, где? А, вот, все. Зелёный-то... Это баг. Все, регенерацию качаю. Деньги там еще наверху есть, там еще деньги должны быть наверху. Пиздец, конечно же, меня легко и просто. О, кайф. Сейчас я поставлю засапнусь. Тихо. Оп, ее, готов. Чёрт, твою мать. Готов бэкстап. Извините, но это вообще уже пиздец, ребят. Нахера тут столько скаутов? Это поддержка. Пошли вон от меня. Да чё ты, они... Еба... от меня. Пристали эти вот. Скорее убивайте носителей бомбы. 20 хп. О, я беру на себя, постараюсь. Почему? Ой, ё-моё. Кто-то мне себе его хотел брать. Пошёл от моей турели. Деньги. О, оба на меня одна хпшка только что, я за один раз вышел. $5. Скорее наверх. А вот они лезят, я их вижу! Я скорее подбирай! Да! Вас какой-то, знаете, бабки на деньги! Этих $5 этот демоман стоял, вообще не двигался. Пиздец. Сабзира, возьми медика. Не, я... А, файн. Ну, файн, хорошо. Мы все равно будем подыхать много раз. И возьми крит-скрит. Я... Ну, кроме крит-скрит, что мне взять-то? Убер-пилу или ампуатор? Короче. Ну да. Лучше, знаешь что? Убер пилу. Потому что центре баста иногда есть. И там можно его ударить несколько раз, чтобы это зарабатывать. Хорошо. Хочу жопа. Короче, можешь меня пригласить. Да ты заеб. Приглашаю. Если хочешь, то. Ой, главное, все хотят ко мне в друзья. Ну, блять, вы издеваетесь. Походу мы на тебя остаются знаменитыми. Да пошли они. Чё? Ну не будь такой, блин. Прый. Да, есть дурак. Ника, ну посмотри, я понимаю, что люди такие иногда хотят, но с такой стороны. Чего им? Ну что, иногда нужна командная работа. Ну цифтап, работай. Давайте я посмотрю. Почему это так ржачно было, этот звук?
Так, я почти прокачал свой убер. То есть свой медипушка. Короче, по привычке просто прокачивать. Знаешь что? Ну, ты иногда от убера плюс еще на себя похиляй, потому что ты. Вообще... скрыться? F4! Смотри. Тебе надо хотя бы на одну единицу от всех сопротивлений, которые у нас там это записано. От пуль и от взрывов. А, ну хорошо, хорошо, тогда ясно, я возьму потом. У Хевика. Сейчас дам небольшой оверхил для вас. Зачем мне рация? F1, люди. Обнуляй. Все. Обнуляй. Ты чистый какой-то гопник. Слушай, я тебе сказал, ну-ка давай, делай. А я не могу снять, кстати, у меня все самое. Дали сразу диспенсера ставь. А не охамели. Я не за себя думаю, я за Хевика. Люди, у нас лагающий нубло идет, походу. У нас нубло идет. Я имею в виду в настройках. Где нубло? Найти там это. Антон Скарс дит. Я говорю, средняя кнопка мыши, это у меня 100%. Средняя кнопка мышки? Ты знаешь, что это означает? Это у нас, люди, у нас снайпер, Да успокойтесь вы все. Серьезно, снайпер? Да, посмотрите на табличку. Ребят, идите за снайпером. Я логичный человек, что стоит телепорт, а я вот сзади пешком сюда пидаю. О, у него хотя бы... Сейчас. Разъединитель. Я все прокачал, как только мог. Хотя нет, я могу еще кое-что прокачать. У этого парня вообще прокачал полностью свой филогсонатор и возгорание, даже... Блин, я даже не знаю, как могу сказать. Грей. Я знаю, как переводится. Волна, охренеть. Так, а теперь, ну-ка. Это нубло. Самое коварное. Мы видим боль. Они. И разочарование. Они. Твари. Они. Мешают больше всего. Ника, давай на следующем раунде поменяемся местами. Я инженер, а ты скаут. Да, я херово скаутом играю, сам знаешь. Кто будет за скаута играть? Я бы не против. Ну, конечно, у меня нет зла молока, чтобы я мог добавить... Саб-Зиро, я отказываюсь от тебя. Почему? Я не хочу медиком быть. Ну, файн тогда. Я мог бы быть медиком, но, как понимаете, я... Давай поменяйся местами. Саб-Зиро, скаут, ты у нас медик. Не-не-не, я так что... Я хочу остаться медиком, мне очень хочется. Так, принял! Не-не-не. Доктор Негоса, ты забыл прокачать свой... персонаж-то, у тебя же там все 1154. Нет, я уже прокачал. А, окей, тогда. Ай! На лету меня поймали. Шмец поймали. Я только ловил маслину. Я вообще хавать буду, блять. Мне, надеюсь, бошку так не прострелили. Сука, из-за того, что у меня скайп, я половину экрана не вижу. Иду, держи, не волнуйся. Ой. Какая у вас вообще там волна? Третья. Из шести. А нам что-нибудь дадут за это? У нас снайпер придурок, честное слово, ребята. Все, пока я. Че, он правда придурок? Снайпер. Что он творит? Вы гляньте на нобу, что творит Даркман. Блин, вы на него время свое тратите. Вы тратите моменты своей жизни на этого нуба. Я почему нубы такие тупые? Смотри, а что я волк одинок? Опа, все. Нифига, я улетел! Держи, тебя прикрой, не волнуйся. Просто улетел. Женя, куда ты меня там приглашаешь? На свидание. Да! А ты кто такой? Давай, до свидания! Успел. Молодец. Так, последний. Так, у меня убер готов, убер меня пока готов. У меня последняя улучшалка. Ну и кулаками. А, ну в принципе диспенсер не так уж сейчас и нужен. Если вы считаете, что я лишний, то... Нет, мы не считаем, что ты лишний. У тебя комп лишний, потому что он не считает. Да люди, просто так постарайтесь хотя бы победить. Няшный. В центре, быстро. Подожди. Сэн, ты скорее кладет, у нас мало 3 секунд осталось. Поставлю, как было все. О, к нам идут. О, у нас 5 таких быстростреляющих ребят. Построил. Все, построил, я его хорош. Молодец. Профит. Пошел. Ох, что ты его накидаешь. Ой, сейчас он получит.
Ой, ну криты надо, надо же, блин. Уёб твою мать! Вот эта реакция, походу, у тебя прикольная. Да дайте мне пару. Сука, пошли вон отсюда, блин. Мне за каждого, когда попадали в пушку, мне сразу по 6 хп прибавляется. То есть это учитывая скорость, это же. Попал. Просто nice, nice. Спасибо. Блять, ну это было реально неожиданно. Еще точки, поэтому я подавилась, и сейчас отключить микрофон. Кто-нибудь записывает видео на YouTube, что так просто. Я водичку запью. Никто? О, да он не подыхает, пацаны. Все, это читы, это читы. О, я так выжил почти за 5 хпшек где-то. Когда мне пара поджег. Force Nature Scout. А, что за танк там подключается? Еб твою мать. А, вот он, вот он. За эти слова, блин. Ой, блин. Шо отсюда, уходи. Да где, мазафака? Уходи, две сокровища. Где мои пошли? Где танцевать будет? Я бы не хотел бы. Ребят, ну как бы время, а вы там... Посмотрим, насколько мы круто так. О, у нас лагающий скаут, это как здорово. Это как здорово. Это у него пинг, потому что. Да я знаю. Блин, нахера у него пинг, ребят. Да это плохо, это плохо. Ну пускай, он нам все равно не нужен. 861. 886, 908. Новый рекорд почти будет. 807, ну ё. 790, блин. Я просто прожать. 722, что у него падать начал? Ой, ну это хорошо, что у него так получилось. 780. Вот ему надо, вот ему надо. 670, ну ладно. 590, ооо, все понятно. Иди в жопу, смотри, баст. О, нет. Не дайте этим тварям попасть. Ну, а я пыталась выстрелить. Что... Ай, больно. Не надо так. Ладно, я вообще-то быстро реагирую на все это. 796 пинг. О, до сих пор идет до своему скорости. 796. Ну, что с ним не так, а? Вот я не буду давать этого нуба вообще. 675. Ёб твою мать! Ой! А, у меня ж доп. Прикрывайте. О, это хренота, смотри, идет большая. Давай криты мне! Мне мало. Мне еще нет критов пока. Какого черта? 780 у него пин. 824. Боже мой! 867! По-моему, твоя. А не, моя. Ну я пойду пока потом прокачу. О, я теперь жатва, я жатва. Пугает, ребята. Не боись, это просто нубло. Да, у него пинг, он нубло определенно. Это все от пинга. 675, он наконец-то он умер, ребята. Это хорошо. 666, видела? Да. Адское число раскрыто, обалдеть. 726. Ребят, он меня пугает. О, у нас лагающий, у нас пайр теперь лагает. Да у него вообще пинг 8, меньше у меня. Но у меня вообще 5, я вообще лидер. У меня пинг 37, и у меня ни разу не лагает. А у этого нашего нубика 827. Это правильно, что им надо так делать. А чья? У этого пайра, Антона. Две сантрибастера. Нет! Я хотела! Я не успела. Ладно. Ну хотя бы тебе помог так. Он даже не уязвим, обалдеть. Кто? Да, этот Антон. О, он даже не. Срочно криты. О, у нас, конечно же, 6 обычных медиков. Ты чё, сдох? Да, я сдох. Ой-ой-ой! Я просто улетел. 707, боже, что с его пингом? Криты. Не тронешь мою турель, пошел в жопу. В жопу иди, блядь.
пока. Добиваем, добиваем, скорее, добиваем. Добиваем скорее. Я дам. А, блин. Добил, ну, ну, да! Молодцы, молодцы. Я нет.